Вот, ребят, неподалеку от озера, ну, на бугре прямо сейчас покажу, видите, я сейчас отъехал. Вот озеро, смотрите, какой вид обалденный. Сейчас мы там рыбачили. Окунь там клюет, как с пулемета. Ну и щучки немного надербанили. Вот такая избушка. Может быть, раньше здесь заготавливали рыбу, потому что подъезд к озеру такой. И видно, что когда-то не водили. Вон вандалы написали. Юса Хотел Секс. Зайдем вовнутрь. Ну, вполне себе прилично. Где-то 5 на 3,5. Вот матрасы. На землю кидаешь. Можно переночевать. Место под печку. Печки самой нет. Может, приезжают. Может, раньше приезжали. Труба стоит. Ну, печечку привезли. Поставили. Можно затопить, я думаю, перебичевать в легкую. Что тут вокруг-то? Вон что-то там вдали непонятно. А вот видите, с черной пленки. Две конуры для собак. Ну, там их давным-давно уже не было. Говорю, давнишняя, наверное, вещь. Вот это типа ледника, наверное, было. Ну, или типа лабаза. Хотя на земле какой лабаз? Ну, короче, что-то такое, типа ледника. Ямы я там не наблюдаю. Какой-то мини-балаганчик. А может быть, знаете, что? Так думаю, может, здесь электростанция, наверное, стояла. Как раз на отдалении. Чтобы шумно не было, скорее всего. Вот такие вот дела. Не, красота, конечно, неописуемая. Комаров пока нет, одно удовольствие. Ладно, попрем до дому. Всем удачи.